Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу сказочку о том, как проехать на лифе 40-киловатт-часовой батарейкой за один день 900 километров и не сдохнуть на трассе. Ладно, смысл следующий. Значит, я в Чебоксарах. Значит, мы в Чебоксарах. Здесь, вот здесь, и сразу уедем потом на... Куда мы поедем? На Казань, вот, мы сюда поедем сразу. Отлично, что у нас хорошего? У нас датчик давления шин. 68 осталось, 246 проехали. 712 я уже сегодня сделал. Средний расход 4,8. Все в идеале, все хорошо. Два деления температуры упало, можно посмотреть предыдущее видео. И что у нас здесь? Это убираем. Это возвращаем. Так, ярко, наверное, да, ребят? Давайте я вот так сделаю. Да, так будет, наверное, лучше. 336 вольт. Самое важное, 29,3 температура. 29,3. Это говорит о том, что с 43 до 29,3, проехав при этом полностью 30 киловатт-часов, 31 киловатт-час я скушал, да, за раз. Я охладил батарею на 14 градусов. Хочет дяденька Игорь купить батарею, пожалуйста. Итак, что это говорит? Мы до этого 40 киловатт заливали тогда, когда у нас было 26. Это значит, что я сейчас 31 должен залить полностью. И у меня температура должна быть меньше, чем 43, когда я стартовал из Нижнего Новгорода. А о чем это говорит? Вы догадались о том, что при правильной внешней температуре вашей скорости и правильной емкости батареек, ну, хотя бы сороковочка, потому что на других будет по-другому все работать, но надо тестировать. Вы можете безостановочно кататься. Это же здорово? Конечно, здорово. Все, я запускаю заряд, посмотрим, как она себя поведет. Друзья, отлично, зарядились на зарядочке на ЧДМа, быстро достаточно. Смотрим, что получилось. А получилось у нас вот что: 32 киловатта залетели, гидсы, state of charge, емкость расчетная сошлась идеально, конмос красавец, 42 градуса. Напомню, мы заряжали со скольки? С 29. Давайте еще раз. С 29, 42. Вот, супер. До Казани ехать 150 километров, вообще не заметим, охладится и будет супер. Что на приборочке? На приборочке все четенько. Новое, видимо, слово мое паразитное, но учитывая, сколько я проехал, мне простительно. Так, вот это мы обнулим, это мы оставим, да? Что мы еще? Это мы обнулим. Вот так вот. Опа! Здорово! Итого, друзья, это же прекрасно, 30 киловатт залетели. Хочу сказать наблюдение о том, что если заряжать как раз вот 75% от емкости, из-за того, что профиль разряда по напряжению у этой электрохимии, он сначала падает, потом плато на 3,6, и потом под конец такая загогулина на него. И получается, после 3,3 вольта он идет на 3,0 загогулина. И, соответственно, чтобы мотору компенсировать снижение напряжения, он повышает ток. И то же самое делает ЧДМа, стабилизируя мощность. Она сначала, в начале, естественно, дает больший ток, тем самым прогревая больше батарею, а мотор больше, опять же, ее греет. Это вот к предыдущим видео, почему сначала температура упала, батарея, потом начала расти, да, чем глубже разряд пошел. Это нормально, это такая, ну,
природа, этой батареи ничего плохого и хорошего в этом нет, это просто факт, это надо принять. И для меня это хороший момент в том, что можно, в принципе, при правильной скорости, при правильно расположенных ЧДМ-ках, и получается, вот сейчас я 250 сделал, то есть, в принципе, если ЧДМ располагается каждые 250, то можно попробовать бесконечно ЧДМить батарею. Это такая как бы идея, она вот сейчас как вариант подтвердилась, потому что скорость охлаждения весьма быстрая на самом деле. Вот даже сейчас мы общаемся, она уже упала на 0,2 градуса. Не сильно заметно, но не суть. Она когда поедет, обдув снизу корпуса происходит, падает быстрее. Все, дорогие друзья, я еду в Казань, 150 километров, поеду побыстрее. Приеду, поставлю на медленную зарядку заряжаться, потому что событие завтра начнется во второй половине дня, можно спокойно выспаться, и все будет здорово. Погнали!